Здравствуйте, уважаемые любители спорта на телеканале НТС. Как всегда, в это время программа «Таймаш», и сегодняшний выпуск будет полностью посвящен недавнему турниру под эгидой Всемирной Федерации «Эр-Таймаш Кулату» и первая весовая категория свыше 93 килограммов, где встретились следующие бойцы: Игорь Жук, Казахстан, и Ислам Аббасов, Россия. На ваших экранах Игорь Жук сейчас лицом и спиной к нам — это Ислам Аббасов. Россиянину 25 лет, рост 185 сантиметров. Его соперник Игорь Жук, 27 лет и 188 сантиметров. Ну, да, в принципе, по росту они одинаковые и всего лишь на 2 года старше своего соперника Игорь Жук. Он на ваших экранах. Так, пригнулся он сейчас очень низко и пытается начать бой первым номером. Но пошел вперед, пропускает он очень сильный удар на коротком отрезке и пошел на сближение. И у меня такое впечатление, что не рассчитал он этот момент, пошел вперед, низко подсел и пропустил удар слева, который оказался решающим для Ислама Аббасова. Игорь Жук оказался на канвасе ринга в глубоком нокауте и таким образом за несколько секунд побеждает Ислам Аббасов, Россия. Мы идем далее. Следующий поединок весовой категории до 84 килограммов, где встретились Рамазан Ника Рамазанов, он на ваших экранах. Любители смешанных боевых единоборств его прекрасно знают. И его соперник Бабыр Рахмонов из Российской Федерации. Вообще, Рамазан Ника Рамазанов является воспитанником вице-президента Всемирной Федерации Эр-Таймаш Кулату, бывшим профессионального спортсмена Эмиля Токтогонова. И довольно часто выступает сам под эгидой ВЭФ. И уже, вы знаете, пару-тройку хороших бойцов он воспитал для мейн-карда ВЭФ. И сам, как действующий тренер, выступает Рамазан. Пользуясь случаем, передаем ему привет. Большой друг нашей редакции. Начался поединок с того, что центр пока удерживает Бабыр Рахмонов, Российская Федерация. Он в правосторонней стойке левши. Два удара в корпус пропускает Рамазан и идет вперед. Сейчас прыжок, попытка прыжка в гард. Но, вот, вы знаете, в такой ситуации оказался Бабыр. И такой прыжок очень опасный был для самого Рахмонова. Удерживает шею соперника Рамазан Ника Рамазанов. Нечистый получился такой с правой ногой захват. Но сейчас, я думаю, эту ситуацию исправит Бабыр Рахмонов. Ушел от захвата Рамазана Ника Рамазанова. Сейчас Рамазан пропускает удары. Да, очень много ударов пропустил Рамазан. Прошел в ноги. Попытка сейчас будет у нас. Конечно же, будем болеть за кыргызстанца. Рамазан пока удерживает ногу, встает. Попытка бороться. Очень много ударов пропустил Рамазан, честно говоря. Пока держится. Удары в корпус сейчас не столь существенные. Будет бросок от Рамазана. Бросок получился. Ну, вы знаете, сам Рамазан — представитель школы борьбы. Довольно давно выступает он на профринге. И, конечно, по опыту будет опытнее. Сейчас пропускает за спину Рамазан Ника Рамазанов своего соперника. Пропускает удары. Рамазану надо, конечно, быть осторожнее. Один из ударов может оказаться очень опасным. Сейчас Бабыр Рахмонов допускает очень грубую ошибку. Он наносит удар в партере коленом, чего делать категорически нельзя. Естественно, это всегда приводит к большим травмам. Да, сейчас ринг-анонсер зачитывает правила, о коих Бабыр Рахмонов забыл. В партере, когда находятся бойцы, наносить удары коленом в голову, в корпус, в позвоночный столб, выдавливать глаза, выкручивать пальцы, конечно, нельзя, это запрещено. Это сейчас судья объяснил Бабыру Рахмонову, сделал предупреждение, и поединок продолжен. Да, очень свежо выглядит Рамазан. Очень много ударов напропускал, честно говоря, в первом раунде. Но пока очень хорошо выглядит. Идет вперед, пытается наносить удары. Правой рукой он достал соперника, левой, увы, нет. Сейчас скандирует
местная публика. Поддерживают Рамазана, Ника Рамазанова. Вы знаете, вообще Рамазан очень крепкий парень. И довольно часто свои поединки он завершает одним ударом. Но и мы видели поединки, в которых за счет своей выносливости Рамазан побеждал. Очень разносторонний спортсмен. Будем наблюдать за этим поединком. Начало, я думаю, осталось за Рамазаном. Потом середину себе забрал Бабыр Рахмонов. И сейчас надо постараться Рамазану. Постараться не пропускать удары. Довольно чувствительные удары наносит Бабыр Рахмонов. Сейчас тоже попал левой рукой. Удар в корпус, по-моему, не прошел. Есть возможность Рамазану. Рамазан такое чувство выцеливает в голову, пытается решить вопрос одним ударом. Но пока Бабыр Рахмонов очень хорошо держится. Удар в корпус хороший от Рамазана был. Может быть, попытка пробить в печень последует от Рамазана. Пока такое чувство слегка выпадает. Рамазан пропускает удары сейчас. Апперкот зарядил очень хороший, но силы так не вложил Рахмонов. И удар как-то не очень почувствовал Рамазан. Попытка опять пойти вперед. Пропускает этот проход Бабыр Рахмонов. Теперь остается до конца первого раунда 10 секунд. Есть возможность наносить удары. Рамазан должен этим воспользоваться, но пока первый раунд, я думаю, будет завершен. Истекает последние секунды, и нет, я думаю, все-таки спасется сейчас Бабыр Рахмонов. Должен прозвучать гонг уже. 10 секунд остается до конца первого раунда. Попытка прохода за спину неудачная. Пока крутится как белка в колесе Бабыр Рахмонов. И звучит гонг. Ну что ж, первый раунд завершен. Бабыр Рахмонов представляет Россию. Ему 29 лет. Рамазан, Ника Рамазанов, 27-летний кыргызстанец. А сейчас второй раунд. В первом раунде, напомним, начало осталось за Рамазаном. Середину себе довольно уверенно забрал Бабыр Рахмонов. Затем был инцидент с ударом в голову коленом в партере, когда находился Рамазан. И за это предупреждение получил Рахмонов. Ну, довольно-таки хорошие впечатления оставляет россиянин своим выступлением. И вновь с аплодисментов начался второй раунд в этом противостоянии в весе до 84 килограммов. Мы же продолжаем смотреть и болеть за Рамазана. Отметим, телеканал НТС в полном объеме этот турнир показал. Для тех, кто не успел, сегодня показываем лучшие поединки. И в скором времени, я думаю, полный выпуск вы тоже можете посмотреть в записи. Пока же возвращаемся к турниру WEF Global 12. Рамазан проходит за спину. Попытка эта увенчалась успехом. Бабыр пропускает удары. Четвертый удар. И, по-моему, четвертый удар оказался очень сильным. Сейчас надо наносить удары почаще Рамазану. Во втором раунде он выглядит намного увереннее. Нет, поправлюсь, не увереннее, наверное. Ну, более удачливо действует. В первом раунде он очень много ударов пропускал. И на дальнем плане у нас был Мирлан Асеков, ранее выступавший под псевдонимом Монгол. Любителям смешанных боевых единоборств он знаком. Тоже друг нашей редакции. Часто раньше с его участием поединки мы показывали по телеканалу НТС. Сейчас руку левую удерживает Бабыр Рахмонов. От судьи сейчас замечание получил Бабыр Рахмонов. Да, он сейчас, вы знаете, что он делает? Он за большой палец руки хватается, чего категорически делать нельзя. Да, видите, вот за мизинец даже схватил
Бобр Рахмонов. Это такая... такая хитрость маленькая от россиянина. Пока Рахмонов в незавидном положении, правда, пропускал он во втором раунде ударов. Ну и, конечно же, отмечаем выносливость Рамазана, который в первом раунде довольно много ударов пропустил, но тем не менее к концу раунда инициативу перехватил. А вот во втором раунде, конечно, ему уже россиянин не ровня. Ну, пропускает удары. Пока удары приходятся в защиту, надо отметить. Но в таком пассивном положении находится Бобр Рахмонов. И я думаю, судья уже должен сделать замечание. Нет, замечания он не делает. Он просто останавливает поединок ввиду такой пассивности Бобыра Рахмонова. Он просто лежал и последний, ну... не 60, явно больше, порядка 90 секунд он просто оборонялся, лежал. И вы знаете, когда спортсмен так активно не умеет обороняться, запасив, судья имеет полное право остановить поединок, что и делает судья. Поединок был остановлен, и победа будет присуждена Рамазану Мика Рамазанову. С кыргызским флагом Рамазан, он победитель. Итак, третья пара, весовая категория до 77 килограммов, и где встретились на ваших экранах. Это Бекболот Абдулдаулу. Давно этого спортсмена мы не наблюдали на профринге. Пропал с радаров телеканала НТС Бекболот Абдулдаулу, и его соперником сегодня является Билол Бабачонов из Таджикистана. Билолу 20 лет, Бекболоту 24 года. По росту, в принципе, одинаковый, на пару сантиметров выше ростом таджикистанец. Я думаю, в этом и заключается единственное преимущество Билола Бабачонова. Я, честно говоря, за делом не наблюдал. Посмотрим сейчас, как он будет выступать. И, конечно же, несмотря на такой возраст, 24 года, Бекболот является очень опытным спортсменом. Сейчас он в центре рейджа и также является представителем спортклуба «Горец», главным тренером, в котором работает как раз-таки Рамазан Ника Рамазанов. Очень аккуратно действует Бекболот, не форсирует события. Сейчас удар пропустил Билол слева. Откровенно выгадывает Бекболот. Попытка прохода в ноги от Билола Бабачонова. Очень хорошо среагировал Бекболот. Подсел, не дал пройти и вынужден уже в стойке биться таджикистанец. Пока так особо не форсирует события Бекболот. Очень аккуратно он действует. Сейчас два удара пропустил таджикистанец и... ну, конечно, чудовищной силы удар пришелся в голову. В суматохе убегал Билол и правой ногой очень красиво попал Бекболот. И вы видите, кровь носом идет. Нос разбит, это однозначно. И победа присуждается Бекболоту Абдулдаулу. Четвертая пара на сегодня. Программа «Таймаш». И мы смотрим противостояние весу до 82 килограммов, где встретились Ренат Эмирбеков, Российская Федерация на ваших гранах, и наш именитый боец Актилек Джумабек Улу, который, как и сказал ринг-анонсер, представляет столичный клуб «Боец», главным тренером в котором является Эмиль Токтогонов. И поединок начался. Актилек Джумабекулу является левшой. Он в правосторонней стойке, ему 27 лет, 182 сантиметра роста. Его соперник Ренат Эмирбеков 25 лет, 184 сантиметра роста. Такая некая суматоха у нас сейчас была. Друг друга покрутили бойцы и раз за разом сменяли друг друга на такой доминирующей позиции. Теперь сверху оказался Ренат Эмирбеков из России. Пытается он наносить удары.
по росту, как я уже отметил, Ринат Эмирбеков на 2 сантиметра выше. Ну, опытный Актилек Джумайбгулу должен в этой ситуации разобраться. Суматоху преодолели бойцы и теперь действует, так сказать, по науке. Актилек обороняется, он снизу. Попытка прохода от Рината Эмирбекова. И сейчас была попытка провести болевой на руку левую. Левую руку ухватил Актилек, но при этом Ринат сумел вытащить ее и тем самым спасся в этой ситуации. Актилек. Бойцу синего угла минус 2. Запрещенный удар головой. Да, один балл сняли сейчас у Рината Эмирбекова в такой отчаянной атаке. Почему-то решил он пробить головой соперника, чего категорически делать нельзя. Сейчас с левой рукой, по-моему, проблемы у Рината Эмирбекова. Судья обращается к медикам, медперсонал в октагоне. Сейчас будем смотреть, что же произошло с его левой рукой. Вроде ситуация была спокойная, обычная, скажем, для спортсмена. Он атаковал. Ну, может быть, в момент атаки что-то неладное случилось с его левой рукой у Эмирбекова. Очень долго совещаются врачи. Эмирбеков делает все, что говорят медики. По-моему, да. Врачи решили, что продолжить поединок Ринат Эмирбеков может. В этой ситуации сейчас противостояние продолжено в стойке. Ну, вы знаете, Актилек Джумайбекулу обладает очень сильным ударом. Очень сильный панчер Актилек. Много ударов он наносит вообще по уходу любого поединка, но... Ну и часто выцеливает. Видите, вот долго гоняет сейчас Рината Эмирбекова по восьмиугольнику и выцеливает. Готовит левую руку, это заметно. Ну и весовая категория. Раньше он выступал в категории меньше. Ну, на мой взгляд, слегка потяжелел Актилек Джумайбекулу. За счет массы, которую набрал, мышечная масса явно больше, чем раньше. И, естественно, что удары от Актилека тоже будут сильнее, мощнее. Очень долго готовит свой удар Актилек сейчас. Ну, о чем я и говорил, сейчас левой ногой уже убегавшего Рината Эмирбекова попал. И тем самым отправил технический нокаут. Ринат Эмирбеков оказался на полу октагона. Актилек с флагом нашей страны. И он является победителем. Поздравляем его. Итак, следующее противостояние. Последнее на сегодняшний день. 77 килограммов весовая категория. На ваших экранах Далер Насрудинов, Таджикистан. И Ринат Эризбайулу. Вот так вот. И Султан Эризбайулу. И 25 лет кыргызстанцу, 27 лет Далера Насрудинова из Таджикистана. Сейчас я вам поясню. Очень перспективный боец. Очень перспективный боец Эризбайулу. За ним сейчас наблюдают многие любители смешанных боевых единоборств. И я думаю, что в дальнейшем у Эризбайулу очень будет хорошие шансы проявить себя, если он будет также продолжать. И очередное появление Эризбайулу в рамках ВЭФ. Первый раунд уже где-то секунд 20 мы просмотрели. Хорошая попытка от Эризбайулу. С разворота он ударил. Очень много суеты в действиях Далера Насрудинова. Ногу пытался вытянуть сейчас Насрудинов. Это ему не удалось. Эризбайулу очень легко двигается по октагону.
Сразу заметно, что функционал у него сейчас в порядке. И будем смотреть продолжение этой схватки. Эрисбай Улу себя очень хорошо показал на турнирах ВЭФ. И, как я уже говорил, если он будет так продолжать, конечно, будет блестящее будущее у Эрисбай Улу. Каждый раз, когда его соперник оказывается в таком не очень хорошем, не буду говорить в плачевном состоянии, сразу отходит Эрисбай Улу, дает шанс сопернику встать. Под боевым псевдонимом Бюрю выступает Эрисбай Улу. Волк. Такой псевдоним у Эрисбай Улу. Сейчас разворачивает соперника. Ну, не знаю, довольно легко, мне кажется, он это делает, совсем не напрягаясь. И видно, что Эрисбай Улу не собирается сегодня биться в партере. Все время призывает соперника встать. Ну и, конечно, тяжелейший нокаут. Тяжелейший нокаут. Далер Насрудинов пытался уйти. И в этот момент угадал. Далер Насрудинов ушел, уже было влево, но угадал Эрисбай Улу. И такой апперкот оказался решающим в этом поединке. Тем самым отправил в глубокий нокаут таджикистанца Эрисбай Улу. Сейчас он будет принимать поздравления. Эрисбай Улу! Ну что ж, уважаемые любители спорта, сегодня в программе «Таймаш» мы посмотрели лучшие поединки. Оставайтесь на канале НТС. До новых встреч. До свидания.